Дорогие друзья, вы на канале Данма. Сегодня я хотела бы с вами поделиться, как можно сделать карту сокровищ, а точнее, как можно бумагу, обычную бумагу, окрасить в цвет, который более подходит для такой карты. Сегодня я хочу вам показать два таких способа. Пару пакетиков обычного черного чая заливаю горячей водой. Немного кофе и обычный лист бумаги сомну. Пока этот лист окрашивается, я хочу вам показать еще один способ. Два листа кухонной бумаги. Возьмем вот нитки и в таком хаотичном порядке, как нам нравится, их можем разложить. Вот на вот эту вот нашу заготовку можно тоже вот так вот покидать наш кофе и придавить. Ну все, теперь можно подождать. Если вода сильно горячая в чайнике была, то держите, наверное, меньше, чем полчаса, потому что в сильно горячей воде бумага сильно размокнет и могут быть надрывы. Это не всегда плохо, с надрывами получается карта еще более оригинальная, более похожа на пиратскую, это как вам уже больше понравится, да, можете поэкспериментировать, можете попробовать. Ну, вот такой вот у нее получился цвет. Теперь положим это высыхать. Для этого нам понадобится долгое время, много времени понадобится нам для того, чтобы она высохла. Потому что, как видите, она очень мокрая. Вот, пока я займусь другой нашей картой. Посмотрим, что там получилось. Так, ну вот это наша вторая карта. Я думаю, уже салфетки можно убрать. Теперь мы ее оставим тоже высыхать. Вот такими вот у нас получились наши карты. Одна, вторая. И теперь мы их прогладим. Немного получилось надорванное. Видимо, я все-таки передержала лист в заварке, поэтому, конечно, не оставляйте это без присмотра, подходите, каждый раз проверяйте, достаточно ли вам цвета, и чтоб лист, конечно, не сильно был размокший. Я благодарю вас за внимание, желаю вам успехов, желаю удачи, здорово провести время, поиграть в пиратов и найти сокровища. Ну и не забывайте оставлять ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!
Пока-пока!